Амарант, вот этот хвостат мне очень нравится. Очень даже нравится. Смотрите, какая красота. Длинный такой вот. А семена какие. Прям сыпятся. Вот. Прям они такой формы красивой. Вот они. Прям как бархатные. Ну, очень красивые. Очень. Мне они так нравятся. Вот. Особых противопоказаний вот в амаранте минимум. Он может только спровоцировать аллергию. Кто вот люди аллергичные, он может тогда, конечно, спровоцировать. Листья амаранта можно использовать в качестве натурального пищевого красителя. Вот попробуйте, если у кого есть такой амарант, вот он дает красный цвет. Вот этот амарантик. Вот. В пищу годятся все. Листья, сами вот эти вот семена. Которые вот, вот семена, сам стебель. Но листья вот эти вот должны быть зелененькими. Когда их отрываешь, вот так вот отрываешь, их много потом растет вот новеньких. И вот эти вот листики молоденькие очень хороши для салата. Но не конкретно кушать один салат, добавлять можно к своим салатам именно вот эти вот листики, именно амаранта. Также можно из вот этих семян, вот я сейчас потру, вот они вот семена, которые вот видны, да, вот эти вот, варят очень вкусные каши. Каша разбухает, и потом можно добавлять туда ягоды любые и кушать. Семена амаранта добывать очень-очень даже легко. Смотрите, вот они, видите, вот, они. Вот так потереть между вот так ладошками, и вот они, сколько этих семян, вот как видите, да. Хранятся они до 5 лет. Можно их, амарант этот, и замораживать, вот, можно консервировать, да все что угодно. Амарантовое масло с этого вот семени сделать очень даже легко и просто. Кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, остеопорозом, атеросклерозом, обязательно его нужно сделать. Приготовить его очень легко. Взять семена и оливковое масло 1 к 2. Взять, например, 1 ложку вот этого семечка просеянного и 2 ложки оливкового масла. Обжарить эти семена до запаха, напоминающий орех. Потом эти семечки растереть в порошок и смешать с оливковым маслом. Стоять должно 1 месяц, постоянно потряхивать, потом процедить и хранить в холодильнике. Принимать этот, значит, оливковое масло до завтрака обязательно за 20 минут по 0,1-2 чайной ложки. Помололи мы семя амаранта. Смотрите, какое миленькое получилось. Пахнет орехом. Очень вкусный будет. И сейчас мы будем 1 к 2 делать с маслом оливковым. Значит, если мы берем 1 ложку семя, значит, мы берем 2 ложки масла оливкового.